Ну что, в общем, я замерил напряжение на батарее, оно нулевое, оно в хлам посажено. Есть небольшая деформация, в принципе, постараемся ее запустить. Сейчас ее жабой попробую зарядить. По материнской плате, ну, как видно, блядь. Хрен, где она побывала. Машину продал, квартиру продал, гараж. Колюжи, жену чуть не продал. А все начиналось так просто. Дал объявление в бесплатку, надо было хомячка продать. Продал, понравилось. Попробую почистить. Бесплатка, быстро и удобно. И продавать запустить. Одно ну, что бесплатка помогает продавать. Вот что я слышал, братка. На пиздяку, брат, согнуло нахуй. На пиздяку, согнуло все, блядь. Такого говна еще не видел, блядь. Ну, целый, блядь, говорил, раз не. Сейчас попробуем открутить, посмотреть, что там у нас есть. Так, пока жабу возьмем. Кстати, на Nokia 7710 батарея зальлась. Заодно запустить попробую. Так, плюс-минус. Где тут, блядь? Хуй там, блядь. Она такой жопы, что, блядь, даже на... Это надо брать 12-вольтовый блок питания двумя проводами, по плюс на минус попробовать запустить. Может и запустится. Да не, ноль, блядь, ебать. Ноль батареи посадили, ебать его. Смысл его, блядь. Даже не хочу, блядь, нахуй. Так. Ладно, хуй с ней, блядь. Да, 7710. Поставим, пусть заряжается. Так, что нам за отверточка надо? Надо нам какая-то хорошая отверточка. Вот это нам. Не, нихуя. О, вот это. Крестовина, блядь. Пальцы заржавело, и здесь такая же самая хуета, блядь. Не, не проебался, не крестовина там. Там вот такая шестигранник, как это называется. Фу, так оно, блядь, ебаная нахуй. Не люблю этот мусор, блин, вообще. Так. Да. Хоп. На. Крутил три болта. Три шурупа. Как же у вас тут нахуй есть? Ебаная хуйня. Лучше с подъебоном что-то, блядь, это понял. Мне кажется, она настолько заржавела, блядь. Аж пиздец. Динамик целый, блядь, даже и калкнул. Это одно радует, блядь. Динамик с него, блядь. А жаль, конечно, что здесь Windows Phone.
например, на некоторых, на первых, один из первых Windows Phone от HTC, встроенная память была флешка. Обычная флешка. Так, мотор, шлейф. Шлейф. Где моя отверточка? Где моя отверточка? Нихуя, бля. Нахуй мне надо тут уже? Где за это коннектор, блядь? Батон шлейфом разъемом, блядь, как... Не знаю, блядь, где-то. В другом телефоне, нахуй. Где тут был радиатор, блядь, сейчас мы попробуем открыть. Если получится. Мне нахуй надо, блядь. Что, блядь, шлейфы, кнопочки на шлейфах, блядь. Ебать, тут еще один шлейф. Я хуеваю, блядь, с этого телефона, нахуй. Так. Эти, блядь, кабельки. Вот мы материнку вытянули. Вроде деформации нету. Почистим, посмотрим, блядь. Хотя, вряд ли, такого говно, блядь. Не восстанавливаться, блядь. Ради динамика, блядь, батарейки, нахуй. Так, дальше что у нас здесь? Как-то так вот поддеть надо, блядь.
Так, вроде все. А, тут что-то вот там Нектора, да. Нахуй вместе с поебением. Ебаный в рот, нахуй. Это высокочастотная кабеля. Так, что тут у нас, нахуй? Поддеваем, поддеваем, бля. Не боимся. Не боимся нихуя, бля. Похуй, что мы ломаем. Моторчик ебаный. Оп. Все. Сняли нахуй. Ну, здесь более-менее чисто, сухо, вообще. Разъем наушничков, блядь. Вышка. Пиздец, такого хрена. Вон там все.